Это необычная полевка, да? Полевки, они немного другие. А зачем? А, вон второй-то. Вон вторая девчонка. Давай вылезай. Иди сюда, Лёха. У них такая особенность у песчанок. Они могут сбрасывать хвост. Как ящериц? Да. При испуге? Да, но в отличие от ящериц, он у них не вырастает. Да, но они еще пока не испугались. Нет, они, в принципе, нормально себя ведут. Единственное, что вот на руках не сидят. Крысы как-то поспокойнее себя ведут. Вот это вот не кусается, светленькая, черная может уснуть. Да. Ух ты, ну нафиг тогда. Ты обалдел, что ли? Это самец, да? Нет, это две самочки. Две самочки? Чего тут все закопали? Боится, что убежит? Да. И не убежит, она боится. Ух ты, кусака. Что, закопали? Закопали? Thank you.
Наташа. Ну, все, пойду, наверное. Не надо там делать ничего больше. Иди сюда. Ой, ой. Все. Дайте мне сумку. Это мое. Это мое. Они по карманам шарят. Да. Смотрите, главное, чтобы не собрали ничего интересного. Вот они такие, да? Нет. Один, видишь, прикрепился. Все вот так же. Пошли дальше. Хочет потрогать. Даша, возьмем его. Ой, мамочка, я так боюсь, что ой, они рычат, да, трогать можно, не можно? Можно, да, погладить. Такая, это мягкая, да, как пушинка.
Это самец и самочка? Нет, это два самца. Два самца, да? Да. А сколько им? Им собрать около 1.5 лет. Mm-hmm. Такие мягкие прям это. Пушистые. Они плюшевые. Ну, шиншиллы — это горные грызуны. Они живут в северных частях Европы, Америки. Mm-hmm. В горах. Такие ушки. Исключительно ночные животные. Днем вот спят целый день. Угу. И вылазят вообще редко, только водички попить, можно сено немножко пожевать. Просыпаются вечером. Это что, шладкий мой? Тима, шладкий? Пойдем, слушай, мы сейчас. Смотри, вон.